В Самаре готовится к параду памяти, который пройдет 7 ноября. Организаторы сейчас выбирают для него главную тему. Вариантов несколько. Один из них – посвятить парад славе советских солдат Великой Отечественной войны. За прошедшие 8 лет темы были разные, но обязательно связанные с событиями нашего региона, с именами, внесшими значительный вклад в российскую историю. А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил концепцию «Знамя Победы». Эта тема связана с именем фронтового генерала-лейтенанта Максима Пуркаева и Третьей ударной армии, которой он руководил в войну. Она напрямую касается самарской истории. Максим Пуркаев командовал парадом, прошедшим в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тогда же прошли по главной площади города и части его армии. Более того, те воинские соединения, путь их мы все уже отсмотрели, проследили, подняли все в архивах данные. Воинские части шли с Дальнего Востока, Сибири, через Куйбышев. Сейчас организаторы также решают, какие еще события, связанные с парадом, пройдут в городе и области. Единую концепцию торжества они предложат уже на следующей неделе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События.